продолжаем режимить. Сотрудники ГИБДД не перестают проверять участников дорожного движения на то, как они соблюдают режим самоизоляции. При остановке автомобилей полицейские уточняют маршрут следования и цель поездки, как у водителей, так и у пассажиров. В курсе о том, что введен режим самоизоляции? Я работаю. У вас имеется разрешение? Да, я в больнице работаю. Количество экипажей в последние дни заметно увеличили. Наряды ДПС работают в разных районах Прикамья, а также на въездах и выездах из краевой столицы. Одна из главных задач – вести профилактическую и разъяснительную работу. Еще раз причину назовите, пожалуйста. За продуктами и платить кредиты. До моей остановки знали об этом? О чем? Что бумаги пишут? О том, что нужно находиться дома для сохранения. С утра до вечера говорят об этом. Но основная цель все же контроль за возможными нарушителями ограничительных мер, связанных с обязательной изоляцией. Каждого водителя и пассажира сверяют со списком граждан, которые ранее получили постановление главного санитарного врача Пермского края о соблюдении режима карантина. Все транспортные средства, принадлежащие указанным лицам, внесены в программный комплекс. При сработке камеры прохождения автомобиля направляется ближайший наряд для проверки данного водителя. В отношении групповых нарушителей режима самоизоляции применяются меры административного воздействия. Для физических лиц это административный штраф в размере до 30 000 рублей.